Привет всем, дорогие мои зрители! В сегодняшнем видео я вам хочу показать обзор вот этого аромата от марки Adzaro Pure Homme. В общем, вот такой вот аромат для мужчины я купила из-за вот этой косметички, потому что у моего мужа нет косметички, я решила для него приобрести вот этот аромат. Собственно, аромат мне не очень сильно нравится. Он очень сильно отдает ветивером. В общем, такой вот какой-то он древесный, стойкий, но не мое это направление. Я сомневаюсь, что ему этот аромат понравится, но во всяком случае я могу его кому-то подарить. Вот мы смотрим, где здесь есть коды на коробочке. Если вы внимательно посмотрите, здесь есть номер 05033811431, 14331, если я не ошибаюсь. В общем, сами смотрите. РФ992485. В общем, вот такой аромат. Плюс к этому аромату еще есть шампунь, то есть гель-душ для тела 50 мл. Собственно, флакончик маленький, 30 мл. Мне нравится вот эта надпись на вот этой коробочке. Если вы посмотрите внимательно, то надпись этой коробочки оранжевого цвета, как у меня сегодня лак на моих ногтях. Очень красиво смотрится. Продолжаем дальше нашу съемку. В общем, показываю вам флакончик. Если вы внимательно посмотрите, видите, какой флакон. Видео он кажется большим, но на самом деле очень малюсенький этот флакончик. Вот мы смотрим, что собой представляет. Такой интересненький, простой, квадратный. То есть, в общем, косметичку удобно его положить, в общем, удобно носить с собой в сумке, в дорогу брать. В общем, вот такая вот косметичка, здесь написано Adzaro, все аккуратно прошито, сделано, ни к чему придраться. Внутри здесь тоже так ничего обработано, парфюм написано на разных языках. В общем, было это все упаковано вот такой вот темной бумаге. Мягкая бумага. Здесь у меня гель для тела, гель-душ для тела этого аромата. Распечатывать не буду, нет желания, потому что не на что смотреть. Гель как где гель. В общем, еще раз покажу вам эту косметичку. За этот аромат я заплатила очень дешево, потому что была скидка минус 50%. В общем, и поэтому я решила его приобрести. Иначе я бы его не покупала. Сегодня я снимаю видео в домашнем виде. Если я там буду отражаться вот на этой крышечке, то вы меня можете увидеть в бордовом халате. Ну, что, собственно, про сам аромат? Аромат, конечно, не очень мне нравится, как я уже сказала. Больше всего он подойдет для мужчин в зрелом возрасте, 50-55 лет, я так думаю. Иногда любят такие ароматы носить женщины, но я скажу, что это на любителя, конечно. Вот и все. Вот такое краткое маленькое видео я решила снять. Если вам видео понравилось, ставьте лайки. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Если хотите узнать что-то поподробнее, собственно, по этому аромату, пишите мне, тогда я буду снимать более подробный
обзор данного аромата. А сейчас я решила много не рассказывать, так как, может быть, многих этот аромат вообще не интересует, поэтому не хочу тратить ни моего, ни вашего времени. До скорой встречи, дорогие мои. С вами была Татьяна. Я вас всех целую. Пока-пока.